Пока одни тестируют площадку для воркаута, другие расслабляются на качелях. Молодежный сквер в Звенигороде готов к торжественному открытию. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов не только осмотрел благоустройство, но и лично проверил спортивные объекты. Таких столов для тенниса в новом сквере 2. За ходом игры не только удобно наблюдать из амфитеатра. Сейчас это вот такая точка притяжения для молодежи, потому что мы сделали там и навесы, и качели, и зону для занятия спорта, поставили теннисные столы уличные. Можно теперь играть спокойно в настольный теннис. Просто проводить свое время. Очень нравится, детей очень хорошо все нравится, детям. Вот мы первый раз пришли. Очень хорошо, все нравится. Будете сюда ходить? Будем, да. Мы тут рядышком работаем, да. И после работы с удовольствием придем с ребенком. А центром притяжения для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, станет сквер Саввы Старожевского. Он буквально в двух шагах от молодежного. Его изюминка – шахматные столы. Да? Ты мне сейчас кушаешь тут. Новый сквер только открылся, а шахматные столы уже пользуются повышенным спросом. И это несмотря на осеннюю прохладу. Появилось пожелание увеличить количество столов. Сейчас над этой темой мы будем думать, скорее всего. Найдем еще где-то свободный участочек здесь земли в этом сквере и поставим дополнительные столы. Потому что уверен, что в хорошую погоду летом здесь, чтобы поиграть в шахматы, очередь будет выстраиваться. Благоустройство центральной части Звенигорода выходит на финишную прямую. До 15 октября завершатся работы в городском парке. Дело лишь за монтажом сцены. Отставание по срокам только на Почтовой улице. Причина – непредвиденные работы. До 15 ноября мы закончим все работы. Сейчас по разным улицам разный процент готовности. Допустим, Московская – это 90% готовности. Сейчас уже последние штрихи мы дорабатываем на улице Фабричного. 70%, на Чехова 76% готовности. Ведется уже, по большому счету, монтаж освещения, столбов освещения. В этом году изменения произошли не только в центральной части Звенигорода. В жилых кварталах установили 7 детских игровых комплексов. 2 двора стали участниками программы по благоустройству. В следующем году будет сделано еще больше, подчеркнул Андрей Иванов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».